весною и солнечным летом, дождливую осень и южной зимой. Скучать мы не будем, нам есть чем заняться. У нас есть плетение бумажной лозой. Бумага и спица, бутылочка клея, наш первый помощник, пропиточный лак, хороший секатор, морилка, грунтовка. И вот из бумаги скрутилась лоза. Бумага и спица, бутылочка клея, наш первый помощник, пропиточный лак, хороший секатор, морилка, грунтовка. И вот из бумаги скрутилась лоза. В умелых руках все красиво и просто, но мы с вами знаем, как трудно порой. Из обычной бумаги рождается чудо, что все называют бумажной лозой. Корзинки, подносы, цыплята и совы активно плетутся в умелых руках. Еще много планов, скучать не придется. Всему нас научит и все нам покажет наш лучший учитель на все времена. Видок за видочком, рядок за рядочком, Алена научит, как ровно плести. Заказчик доволен, плетенка, что надо, доставлена в срок и украсила дом. Если вы тоже еще не решили, какое занятие найти для души, скорее спешите, Алена научит плетению корзин из бумажной лозы.